процессе подбора программы лечения для пациентов санатория Фарос Wellness and Park мы активно используем все возможности функциональной диагностики. С помощью ЭКГ выявляются нарушения ритма и проводимости, кровоснабжение миокарда и определяются косвенные признаки анатомических нарушений работы сердца. При необходимости определения нарушения ритма, изменения артериального давления и установления связи с провоцирующими сердечно-сосудистые заболевания факторами, к исследованию подключается холтеровское исследование ЭКГ и артериального давления. Заболевания дыхательной системы и связанные с ними осложнения мы отслеживаем благодаря спирографии, позволяющей исследовать функции внешнего дыхания, определить стрессовую готовность организма, выявить уязвимые участки и подобрать эффективные методы физиотерапевтических процедур помогает метод обобщенной диагностики СТЭК-систем. Комплексная диагностика организма позволит быстро и качественно диагностировать проблемы и назначить корректное лечение.